Десногорские школьники выбрали номинацию «Память Победы». Проект назвали «Память сердца». Во внутреннем дворике третьей школы они оформили две клумбы, разместили на них три композиции. «Вечный огонь», «Салют Победы» и «Нам этот мир завещано беречь». Свой проект школьники посвятили памяти почетного гражданина Десногорска, ветерана Великой Отечественной войны Марии Егоровне Кузьменко. С 2009 года, после смерти Марии Егоровны, совместно со своим преподавателем Викторией Винокуровой, ребята ухаживают за могилкой ветерана. В знак дани многолетней дружбы с участником партизанского движения на Смоленщине ученики 10 и 11 А-классов высадили цветы. Им помогали родители. Ребята сами разработали дизайн клумбы, выбрали материал композиции и рассаду цветов. Все лето они ухаживали за своим творением и в преддверии празднования освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков устроили презентацию для ветеранов Великой Отечественной войны и педагогического труда. Впервые за 70 лет вижу такое творчество у ребят. Причем оно не простое, а с каким-то идейным смыслом. Очень приятно осознавать, накануне нашего праздника Дня Смоленщины вы знакомите нас со своей такой работой. Иногда при встрече с учащимся очень часто мы произносим слова «патриотизм». Так что такое патриотизм? Вот он как раз выразился в вашей работе, в отношении к тем людям, которые дали нам мир. На торжественное собрание пришли друзья из других школ, чтобы по достоинству оценить достижения своих ровесников. Несмотря на свою молодость, школьники осознают значение победы нашего народа в Великой Отечественной войне и в сохранении памяти тех, кто завоевал свободу и мир для грядущих поколений. Прежде всего, наш проект носит значение преемственности поколений. То есть мы передаем свою память другим поколениям. Те младшие школьники, которые будут приходить сюда, будут видеть нашу работу и вспоминать своих предков. Этот проект не на одно лето, потому что мы будем поддерживать. Каждое лето будем поливать цветы, может подсаживать что-то новое, ну, создавать какие-то новые идеи, может быть, будем чем-то дополнять. Ну, я считаю, что этот проект, он актуальный, потому что мы увековечили память наших предков, ну, погибших на Великой Отечественной войне. Проект «Память сердца» – это живой памятник героям, который ребята создали с любовью и своими руками. Они будут поддерживать его и передадут более младшим ученикам третьей школы.